Всем добрейшего времени суток, с вами Гараныч и необычно короткая 65-я часть видеопрохождения игры Dark Souls 2. Помните, я вам говорил, что если просто не в новой игре, а в обычной игре, я не имею в виду New Game Plus, по второму разу уничтожить великих боссов, вы помимо их души получите дополнительные души, которые связаны с первой игрой. Ну, сами видите, тут знаков призыва вообще никаких нет. И давайте начнем с этого железного короля. Да пофиг. Причем в итоге я несколько раз слился. Как бы не то, чтобы... Сложный босс, просто забыл я его тактику. И мы с вами в конце посмотрим, что можно получить из дополнительной души, которую мы получим. Как страшно. Не помню сколько, раз 5, по-моему. Вот с этого костра нужно начинать. Разжечь здесь уголь вражды. И один интересный такой момент. Внизу вот этой лестницы будет стоять фантом красный. Так что сначала его нужно будет убить, а потом все достаточно просто. Красный фантом похож на вот этих супер-ниндзя черепашек, но он гораздо умнее, ведет себя примерно как игрок. Ну, почти как игрок. Сейчас мы будем использовать копье света, которое получили в ковенанте наследников солнца. Дело в том, что вот этот старый железный демон, или как он там, вот эта хрень, он уязвим как раз к молниям. Сет я уже тут поменял, все что угодно поменял. Сет ведьмака можно одеть, он гораздо лучше защищает от огня, чем доспех демона из плавили. Итак, смотрим. Ну, приходилось постоянно подзаряжаться. Лес промазал. А поэтому меня, видите, в инвентаре там... Бутылочка. Не знаю, с чем, с кровью дали. Так, это по морде получили тут. Ни хреново причем. Осторожно. Щит, который использует, щит дракона, но плюс 6 прокачанный, он хорошо от огня защищает. Сволочь. Так. Скушаем, вернее, выпьем. Осторожно. Получи, фашист, гранату. Еще возьму. Прятаться в угол бесполезно. По любасу. Вот здесь я чуть не слился. Спас с этого ведьмака, наверное, все-таки. И все. Финальный аккорд. Получена великая душа во второй раз. И смотрите, душа старого железного короля. Это его душа. И душа старого короля. Я предполагаю, что это душа Гвина. По любасу. Давайте сейчас описание еще посмотрим. Она отличается. Вот видите, это обычная душа и душа старого короля. Описание можете прочитать. То есть от нее сохранились лишь жалкие останки, но она все равно оказывает влияние на земли вокруг. Поэтому, видимо, Вендрик и распределил вот эти 4 дополнительных души по концам своего королевства и поставил эти души охранять вот этих вот великих боссов. Вот здесь я в прошлый раз слился. Сейчас мы с вами пойдем. Ну, я могу быть неправ насчет Гвина, но все-таки. Кстати, блин, кто-нибудь помогите остальных забедить. В одиночку очень сложно. Кто-нибудь бы отвлекал. NPC-шные ботяры не помогут, по-любому их тут нет. Так, это Маджула. И из души старого короля может сделать колдунство Стрейт из Алафиса.
тот, который в забытом замке находится. Колдунство, то, которое против нас использовала предательница-волшебница. Помните? Сгустки молнии кидала, и из них там разряды фигачили. Сейчас я вам покажу, как она называется. А по-другому в игре это никак не получить. Ну, то есть, именно вот это вот чудо. Это чудо. Чудо распухло, мешало ходить. Да, слепящий заряд. Прочитайте описание. Вот так вот. И это была необычайно короткая 65-я часть видеопрохождения игры Dark Souls 2. С вами был Гарыныч. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Пока. Does not deter you.